Приветствую вас, друзья, и сегодня в этом видео мы рассмотрим еще одну интересную особенность в предварительной версии Unturned 3.0. Эта особенность заключается в типах деревьев и их физике падения. Как вы можете заметить, в игре появилось несколько видов деревьев. И теперь, какого цвета вы срубите дерево, такого цвета и будет ваша постройка. Например, если я срублю вот это белое дерево, мои постройки будут таким же цветом. Теперь давайте посмотрим самое интересное, это физика падения дерева. Срубить дерево теперь вы сможете практически чем угодно, то есть можно даже срубить руками, либо газовой горелкой какой-нибудь, и даже выстрелами. Давайте сейчас срубим одно и посмотрим, как оно упадет. Ствол распадается на бревна и палки, которые мы можем собрать. А на этом все. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующих видео.